Прекрасного вам дня, дорогие мои. Сегодня мы посмотрим на одно очень интересное слово, которое оно настолько не дает мне покоя, что я решил сделать видео об этом. И нормальное, не как обычно. Значит, есть такое слово на английском языке carbohydrate. Это углевод. Соответственно, если это множественное число, то carbohydrates. Значит, в чем интерес этого слова заключается? В том, что он образован точно так же, как образовано слово углеводы в русском языке. То есть слово углеводы образуется от слов уголь и вода, а слово carbohydrate образуется точно от того же самого, просто в латинском варианте. То есть carbo – это уголь, ну, carbon в английском языке в современном звучит как, и hydrate – это вода, соответственно. То есть как бы мы получаем уголь и вода, и точно так же в русском языке уголь – вода. Все. Carbohydrate. Carbohydrate. Carbohydrate.